Ребята, и снова всем привет, с вами Олег Гудвин. Сейчас к нам пришла девушка Наталья на медосмотр, мануальные правки и массаж. Вот мы начали с массажа, уже половину размяли. Достаточно жесткий массаж у нас, но она все прекрасно терпит. И кулачковые техники, и локтевые. Нормально, да, тебе? Угу. Вот, уже создалась гиперемия. И мы прощупали позвонки. Вот тут сколиоза как бы не наблюдается, но есть отдельные элементы. Вот тут вот влево повернут позвонок. Если нажимаю, не больно так? Нет. Здесь? Нет. Нету, да? Угу. Далее смотрим. Вот два позвонка вправо ушло. Здесь вот опять вправо. Вот эти влево, целая группка вот такая, здесь выравнивается. И один позвонок, второй грудной позвонок вправо развернут, ротирован вправо. Шею мы смотрели стоя, там все с шеей нормально. Даже болевых синдромов нету. Судя по стопам, так чуть-чуть вместе и расслабляй ноги, расслабляй коленки, там все. Полностью расслаблено. По ногам получается вот так вот ровно. Вот так вот чуть-чуть левая нога подтягивается. Ну там буквально 5 миллиметров. Не так критично. Это вот мы проверили, здесь не болит, да? Здесь не болит. Это вот из-за зажатости мышц в ягодичной области. Вот тут они в гипертонусе находятся. Но терпимо, да? Да. Вот. Теперь мы после массажа можем провести некоторые мануальные приемы. Так, простучим, рассчитаем посеточные суставы, реберно-поперечные суставы, которые находятся вот здесь вот. Так, ну, тут тоже вот немножко вот один выпирает. И сейчас мы попробуем их как раз подправить. Рука висит, висит расслабленная. Мы с тобой выдыхаем. И еще раз. И еще выдох. Еще разок. И еще. Отдыхаем. Сейчас пока перейдем к другой стороне. Наталья, давай меняем руки наоборот. Ребята, оставайтесь с нами, дальше будет еще интересней. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обязательно нажмите на колокольчик. Скоро мы перейдем к мануальной правке. Сначала растираем. Должно быть слышно. Ших-ших-ших-ших-ших. Как трение, кинетическая энергия трения передается в тепловую энергию. Так. Как тепло пошло? Угу. Чувствуешь, да? Огонь. Огонь горит. Добавляем локти. И растирание локтями гораздо мощнее, чем обычно ладонью. Расслабляй. Здесь тоже одно. Делаем обязательно выжимки
Выжимка — это мы гоним лимфу здесь в паховую зону с утяжелением, здесь в подмышечную зону, там, где у нас лимфопротоки, лимфоузлы находятся. И поверху идем медленно-медленно в подключичную зону, ведь лимфа течет медленнее гораздо, чем кровь. Обязательно добавляем вибрации, это для расшатывания суставов, чтобы потом легче было произвести трастовые техники. Траст – это хруст. И внедряемся пальчиком прям глубоко-глубоко рядом с остистыми отростками, подбивая их в сторону, чтобы они выровнялись. Терпимо, да? Да. Это первое было жесткое вхождение в тело человека, через которое мы подсознанию подсказываем, что сейчас будем работать еще грубее, жестче, входя в тело глубже и глубже. Кулачковые техники. Так, почему немножко держишь? Еще расслабь, расслабь. Вот так вот. Хорошо. Так, терпимо, да? Угу. Трапецию верхнюю обязательно оттягиваем назад, чтобы она расслабилась и удлинилась. Опять же расшатываем позвонки. И кулаками паравертебральные мышцы отодвигаем от позвоночника. Вот здесь у тебя болело сейчас нормально? Угу. Точки такие акупунктурные. Там нервы расходятся пучком, конский хвост называется, который питает всю зону малого таза. Соответственно, вот стимулируем все эти нервные окончания. Корешки и сустав пояснично-подвздошный, который часто у людей бывает зажатый. Так, тут тоже терпимо, да? Угу. Отлично. Продолжаем растрясать позвоночник и декомпрессируем его. Таким образом питаются межпозвонковые диски. Входим в тело, раздвигая ребра от таза. И большой.
большую группу ягодичных мышц обязательно прорабатываем по одной диагонали, по другой диагонали. Техника называется рубанок. Вот, всю растерли. Могу поздравить себя со здоровым покраснением на всю спину. За здоровым румянцем, даже на всю спину. Это хороший показатель. Вот теперь переходим к более жестким техникам. ППС суставы сейчас раздвинем. И тазовые кости вниз отделим. Когда стучу, сюда не отдает, да? Это признак того, что грыжи нету. И еще немножко потерпи. Перешли мы к локтевым техникам. Это уже с воздействием сразу на кости и связки. Это не простое растирание, как в классическом массаже. Это уже воздействие на костно-связочный аппарат. Выдох. И еще раз. И еще раз выдох. Выдох. А можешь голову в мою сторону повернуть? Вот так, да. И выдох. Тянем тебя. Еще раз выдох. И еще выдох. Теперь пожестче пройдусь. Выдыхаем. И мощная прокатка катка. Техника каток. Выдох. Выдержала, да? Mm-hmm. Еще разок. Вот, отлично. Проработаем переднюю дельтовидную мышцу. Если лопатка не отрывается от стола, значит она укорочена. И малогрудная там тоже может быть укорочена. Поэтому мы ее вытягиваем. Техника вращения топорика. Видите, похож на топорик. И плечевой сустав. Чик. Чик. Ну, ты же гимнастка, ты гибкая, да? Все у тебя хорошо шевелится, хорошо подвижная. Да, голову можешь как удобнее положить. И такие точки триггерные, потерпи. Бывают болезненные. Нормально? Угу. Мы их методом шарцу с вибрацией пройдем. Места крепления мышц. Ну, здесь уже мышцы нет, а тут можно залезть прямо под лопатку. Подлопаточную мышцу проработать. И с этой стороны также. Трапеция — мышца антагонист сама себе. У нее вот эти волокна тянут лопатку вниз, а вот эти волокна поднимают лопатку вверх. Они работают друг против друга. Поэтому мы их растрясаем вдоль волокон, меняя направление кулака. Видите, как получается? Круглые мышцы обязательно проработаем и опять уводим лимфу в подмышечную зону, в подключичную зону.
спереди организма, межреберную невралгию, устраняем расшатывая межреберные мышцы и простукивание. Ударные техники нам помогают в работе с костями и связками. Теперь ты готова к манипуляциям. Висит рука, расслаблено. Все расслаблено. И выдох. Еще раз. Еще разок. Все, молодец. Умничка. Давай обе руки наверх. Под голову. Вот сюда. Сейчас как раз самое интересное. Зона и самое приятное. Пришел, это расслабляй. Это шейно-воротниковая зона. Подойдите сюда поближе, сейчас я вам покажу. Да, вот тут у тебя тоже гипертонус, но не больно, да? А вот это расслабленная трапеция с этой стороны. Руки у тебя нету, уже прекрасно. И опять же декомпрессия таза. Как отбойным молотком. Растягивание. Опять же, межреберные мышцы не забываем. И растираем ременные мышцы, которые идут от черепа аж вот до 5-6 позвонка. Не больно тут? Нет. Сейчас мы тебе еще шею натянем, сделаем длинную
Красивую шею хочешь? Вот, и тут точки, место крепления мышц. Также техникой Шиатсу проработаем. Пальчики играют как на фортепиано. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Тут стимулируется работа мозга. Кровообращение в мозг хорошо начинает поступать. Уже, может, даже что-то и чувствуешь. Да? Голова прошла. Прошла? А, болела голова? Да. Вот, видишь, сразу проходит голова, потому что, во-первых, акупунктурные точки. Во-вторых, любая мышца заканчивается сухожилием, вот здесь вот, да? А дальше по черепу идет сухожильный шлем, который ее стягивает. Череп, и получается, внутричерепное давление меняется. А мы его сейчас вот расслабили. Еще вот здесь такие точки. Это от височной головной боли. У тебя, наверное, затылочная была. Вот. Боли головные по разным причинам бывают. Бывает затылочная, бывает теменная, височная и лобная. На ушах также очень много акупунктурных точек. Многие спрашивают, а зачем ты уши массируешь? А вот именно потому, что здесь у нас рисунок акупунктурный, перевернутый вверх ногами зародыша человека. Вот голова его, вот глаз, ухо, челюсть. И вот пошел позвоночник, который мы поприщепляли так, стимулируя продолжение наших позвоночных точек. И также вот вдоль черепа идут точки, как продолжение позвоночника. У нас организм – это одна единая система. Вот эти точки вот так вот продолжаются. Снова вытянем шею. О! Чувствую, как вытягивается. Прима? Да. Умничка, молодец, все стерпишь. Опять же, диагональное растягивание. Успокаиваем нервную систему. Можно сделать только пальчиковый дождик. Похож на дождик? Не очень. Не очень. Так, Наташа, сейчас я тебя вытру. И потом мы понажимаем. Называется похрустим, да? Угу.
тоже не забываем вытереть. Ну, так, слышишь, как хрустит? Ребята, ну, если вы нас смотрите, напишите, насколько вы любите хруст, или вы этого вообще не приемлете. Люди разные. Категории бывают, делятся вот на тех, кто хлебом не кормит, дай похрустеть своими собственными косточками, плечо расслабляет это. А другие говорят, ни в коем случае, массаж делай, а вот выдох. Ну, только не хрусти. Еще. Еще. Вот ты к какой категории относишься? Ну, и так, и так. И так, и так, да? Да. А, то сейчас страшновато немножко, да? Выдох. О, отлично. Так, поворачиваю голову на бок. Чуть-чуть я ее вот так вот подправлю. Сама ничего не делаю. Сюда, 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 сюда. Ага. О, живая? Да, хорошо. Отлично. Вот то, что и надо было, да? Угу. Сейчас вообще все боли пройдут, головные, и спать будешь великолепно. В другую сторону. Вот сюда доверну. Угу. Ныряй обратно. Угу. Так, это все уже можно одеть. Сейчас я тебе застегну. Расслаблено. Угу. Слушай, у нас такой гибкости. Немножко тяжеловато работать. Так еще расслабляйся. Ага. И еще. О. Все, опускаем. Вот, это как раз тазовая косточка встала. Отлично. Теперь поворачивайся на этот бок ко мне спиной. Эту ногу к себе тянем. Так, руку из-под себя. Держи эту ногу, держи. Голову назад и плечо тоже назад, вот туда. Руку откидываем. А этой ногой вот постарайся зацепить за стол. Вот тут держимся за стол. Ага. Да, ногу тоже спустим. Выдох. И еще раз. Отлично. На другую сторону переворачивайся. Эту, наоборот, наоборот, эту вверх к себе. Руку мне так придерживай. Голову назад. Туда. Назад. Вот откидывай. Ну, все гибкость, конечно, да. Потрясающе. Тут держимся за стол. Да, можно связать. Еще раз. Выдох. Так, живая? Да, да.
Так, на спину переворачивайся. Выровняем так вот. Ноги расслабили. Ну, там чуть-чуть с ногами. О, это бедро было, да? Слышала? Не держи, ноги расслабили. Да, назад подтягивайся. Сустав стопы правили, еще раз расслабились. Тоже бедро, да? Отлично. Еще подтянись наверх. А еще выше можешь подтянуться? Угу. И гибкие пальчики. Ты ими сама хрустишь? Да, иногда да. Ну вот, повыдергивали лишние пальцы и в корзину бросили. Так, рука просто лежит. Приходи в себя. Током, да, пробила? Да. Чуть не менее, сейчас пройдет. И эту руку также расслабили. Тоже было, да? Так, теперь сдвигайся вот туда. Чуть-чуть еще здесь. Сейчас мы тебе за шею потянем, за череп, вернее, и вытянем весь позвоночник. Погоди, под голову. Да, вот так вот. Ты видела такое, да? Ну, мне делали, ты же берёшь эту штуку. А, делаю, да? Да.
Ну, значит, знаешь, как оно делается. Еще туда спустись чуть-чуть. Еще. Все, вот так, все, хватит достаточно. Тут самое главное довериться, расслабиться. Держи, не держи шею. И тогда все у нас получится. Так, все, приходи, приходи сюда. Ну там могла кожа немножко потянуться, нормально? Прохрустела, да? Все отлично, умница. Просто сидя и поглубже сюда, ко мне. Вот так, плотно. Наклоняй голову вперед. Так. Чуть-чуть потерпи. Терпимо? Так, теперь руку вот так на коленку. На меня тоже покачивайся. Голова висит, висит, висит. Свободно, как пустой котелок, вот так вот болтается. Ага. Слышал, да? Это как раз вот этот второй грудной позвонок. Наклоняйся, наклоняйся, да. Чуть-чуть так. Щеку на руку положила, расслабила, расслабила. Еще раз расслабили. Все, отлично. Теперь ну, можно сидеть, можно стоя. Давай стоя попробуем. Давай все. Туда лицом. Руки в замок. Здесь наши. Под волосами, под волосами. Еще сейчас разберись. Подворотом касаемся ключицы. Еще чуть-чуть. Ага. Мне надо тут пролезть немножко. Все, расслабилось. Немножко потяну. Потяну. Стоишь на ногах, не заваливайся на меня. Еще раз. Шаг вперед. Теперь большие пальцы вот так. И вот так держись. Немножко по-другому. И смотри вверх. Так, ну, видимо, уже все. Теперь упрись в бедра руками. Ага, и сопротивляйся. Дави на меня. Дави, 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 дави. Ага. Ноги пошире поставь. Дави. О. Ну, значит, там все хорошо. Вот такие легкие подщелки висят, висят ручки. Так, ну, все готово. Как себя чувствуешь там? Ну, так легче. Легче, да? Да. Приятно, гибкость такая в теле образовалась. Легкость есть. Да. Прям здорово, спасибо. Так, друзья, у нас все прошло великолепно. Реальный сеанс у мануального терапевта завершился. Девушка Наталья, она немножко стесняется камеры, поэтому не могла откровенно кое-что рассказать, но поблагодарила, у нее нормализовалось черепное давление. Прошли сразу же моментально головные боли. Шея стала подвижная во все стороны, и повороты, и наклоны практически касаются ушами плечей. Выровнялась осанка, и, соответственно, вот эта вот разница в длине ног на 5 мм, она тоже устранилась. Как видите, мы правим все. Таз, ноги, позвонки, шею, челюсти, даже прикус. Так что, друзья, не теряйтесь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых полезных видеоуроков в нашей Академии интересно ориентированных практиков. Вот она такая. И, соответственно,
С вами Олег Алав Гудвин. Он вам поможет, если надо, научит, обучит. Здесь, в этой школе, мы проходим непосредственно все работы с телом человека, что можно с ним сделать. Это и огонь, и иглотерапия, и инъекции, и гипноз, и банные парения, и обертывания. Так что будьте с нами, а лучше приходите сюда и попробуйте все на себе и на живой натуре. До новых встреч, друзья! Чик-чик-чик-чик-чик.